Ну, точка С где, знаешь, я не Так, у знаю, нас какая Вигера пятая на линия. Шлифане, Алекс Хук на Петропавловске, Спрут на 45.01, легендарный Кошмар на К1. И остальные все у нас выше. Это Наполи Руми и Кус на 4К на Кюрфюрсте. Начинается бой. Да, мы не симметричны, скажем так. А у вас второй подводник на D, что ли? А у них Какой? одна подводная лодка. Ты А, чё? да, точно, да. Второй на D. Я уже привыкший К4 всегда. Так, вы только что выболтали военную тайну, оба. Это была военная тайна. Ага, которая очевидна для всех, что по одной А одна не подводная совсем, не лодка. совсем она очевидна, Не потому что нету для всех. авика, понимаешь? Не для всех, она для служебного пользования была. Вот для тебя же она не очевидна, что у нас второй подводник не на Д. Да. Если ты задал вопрос, блядь. Это Но называется я думал, дезинформация. что Андрей скажет, что типа я только туда иду. Вот такое все. Просто удочку закинул. Ну, Куда иду? это был прокидон, это было. Так, а чё я сюда? Чё я опять никуда не туда иду, блядь. Идите к нам. Да это понятно, мы на близость тоже рассчитываем. Как-то ты двояко это сказал. Ну а чё оставалось-то, блядь? О, куст образовался, блядь. Вырос. Ой, Нет, нет. женьшень. Какой женьшень? Так, а Это чё, да вон он, это женьшень чё за впереди. шляпа, блядь, Габ, Брест? Хуй прочитаешь, Сталина чё надо в первую очередь валить, блядь, по-хорошему-то, блядь. Три раза попал, он надкусан. Там какой-то хрень выглядит как этот. На поле разворачивает. Ну, Петя, нельзя. У них еще пуск. Фу, скажи мне. У них второй отряд за камушки уходит. Да пофиг, тут подводная лодка, вот это хуже, блядь. Вот это да, я и больше всего и боюсь. Зная этого подлодника. Они там трутся. У них какой-то странный отряд. Опа, на По-моему, 20 они тысяч. смешаются. 20 тысяч с удара, нормально же. Нормально, нормально, блядь. Неожиданно, что у вас лодка первая ушла, и неожиданно, что я сюрфа ни хера не могу выбить, блядь. Не надо с Кюрфа ничего убивать. Кюрф спокойно ходит, никого не трогает. Ой, вот. Блять, Гданьск. Это Оланд. А, Оланд, Оланд, Оланд. Блять, вот немножко туповатый Оланд у нас, блядь. Нормально, молодец, пошел. Ну вот сейчас, блядь, сгорит синим пламенем, пыхнет, блядь. Нахрен ты вернул-то, а? Ну, нормально же было все. Ого. Ого. Прут, ты где? Не молчи, друг. Да он там где-то вон. Я вот чувствую, вот на пятой чувствую. линии идет к тебе. Вот у меня чуйка меня никогда еще не обманывает. Блять, одна тебе торпеда зачем? всего Воланда прошла. Можно, пожалуйста, инъекцию забрать? Да, вот лук был, никак она крутится, сучка. Блин, тут эти еще норовят наебнуть шлифина. Все шлифаны я не забыл. Такие, блин. Петя. Да, я здесь. Thank you.
понял. Беги, давай. Пойдет. Блядь, ух ты, кто это в торпеду мне в него? Да не спрашивай ты такие вещи. Все равно никто не признается. Молчать будут, блядь, до последнего. Всем, кто меня слышит, защищайте указанные. Партизаны. Так, блядь. Я прозимал. Ох, у нас лайтнинг. Так, парни, давай Роман. Мы отходим от этого, с этого. Роман. Тут никого больше. Угу. Ну вот, зачем тебе? Я сейчас тебя подрежу. Зачем? А, понял. Потому что ПЛ. Торпеды, спасибо тебе, что ты меня подрезал. Блин. Торпеды на меня. Да, блин. А, так это вот они, ребятки-то. Да, да, да. Зачем тогда уходить с этого фланга? Мне не надо, оставайся здесь. Опа, есть контакт. Кого попал? Неважно. Детали. Понял. Не обращай внимания, блядь. Он здесь за углом. Да, блядь, что за углом, съебываемся, блядь. Это же клан-клан. Ромка, с меня 100 дублонов. Ого, а ну нахуй, иди сюда. Прости, Роман. Товарищи, работает. Да. Прости, братан, я специально. За гребаные корни. Нет, у тебя тут больше товарищей в этой игре. Кончились, блядь. Вот я... Ой-ой-ой, пилельку видел. Вижу, пилельку вижу. Да, такая шляпа. Ой, бля. Опс, люкси. Красота, да? Чё ты там, попал торпедкой? Пульни ему, а. Что меня... за меня такая с этим Наполи, блядь, я вот не понимаю. С каким? Да с кем? С клана Кван, блядь. У него эти ремка в откате явно. Слышь? У кого? У Наполи? Нет. Добирай его. Я не могу его добрать, я до него не докидываю, блядь. Я на пределе. Да, бляха, муха. Я сейчас от торпед погибну от всех. Так, у нас это сзади подкрадываются. Да сзади, так пофигу. Спереди посмотри, что творится. Вон, торпеды летят, я сейчас две прихвачу за собой. Парни. Чего парни-то? Скидываемся. Сваливайте. Он, сука, быстро убегает уже. Но. Блять, ну ничего я не могу с этими, блять, сделать. Я сейчас посту накину. У нас тут всякая липанта ползет. На мусаша недобитая. Поэтому я на них переключаюсь. Ты бы вот из-за острова вышел бы, вот так бы полезен, блядь, вот. Чтобы вот этому прекрасному человеку выбить последние 36 тысяч. Меня кидай. У нас забрали. Я выхожу из-за острова. Я же сказал, выходи, что... выходи. Два человека, кто вас делает. Блять. Кюрф боком идет, блядь. Делайте что-нибудь, да ё-мо. Успокойтесь. Да чё успокойтесь, блядь? Или покойтесь тут, как сказать. Блять, 2900. Да все, я умер. Да ты-то ладно, блядь, сейчас террор начнется. Кюрфа надо было. Спасибо, я знал, что я от спрута умру, блин. А я при чем? Ты не от спрута умер, а от помер. А нет, ну чуть-чуть не хватило тебе торпедки твои. Ой, а кто-то тонет, Пока он тонет. Пока. Специально уступил легендарному кошмару, блядь. Хороший человек был. Так. Он рядом был, да? Я же говорил, кинь в меня бочку. Все, я доехал до тебя. Пидор мил. Не попал. Ха-ха-ха.
В общем, Дима, если вы победите, то мы поддавались вам как могли. Это факт. Мы уже проигрываем. Ну ты не заикайся. Да меня он... эсминец этот задержал да немного. Да пиздец, эсминец, к нему торпеды идут. Они в меня идут. Ты не... Я справа тебе говорю про торпеды, которые. Как вариант, да. Да, понятно. Черт. Еще партия. Вижу. Блять, Алекс, 15. Иди убей, блядь, кошмары, а. Да это акустика, они еле-еле душа в теле. У Лихтинга хороший гап, по-моему, если я не ошибаюсь. Я сейчас отъеду, парни. Давай, пока. Угу. Скоро прибуду. Давай. Блять, никто не обращает внимания на подводную лодку. Все руми заняты. Да ну руми? Так, хули у меня осталось-то там 1200. А кто будет? Не, Оланд или Лайтинг авиабомбы кидать эти? Я у них гап для... засветить для шлифа на святое дело. Вон Лайтинг только высунулся, уже сам засветился. Эх, не успел добрать. Я тоже не успел добрать. Он отошел в сторону. Но он еще пачку выпрыгнул. Ну, Роман бы отъезжал бы сейчас, потому что... Не факт, у меня ремка была. А, у тебя была ремка? Ты же ее только что использовал, ты чё? Нет. А, ремка, не аварийка. С Эдуардом на первом месте, нормально. Так, у нас кто-то ушёл или чё? Чё-чё? Эдуард отошёл или чё? Вы что там, едите, сидите? Я ем. Точнее сказать, у меня ужин.